А в американском Бостоне таксист въехал в толпу людей. Пострадали 10 человек. Инцидент произошел возле аэропорта. Как сообщают местные СМИ, после случившегося водитель не пытался скрыться. По данным полиции, это не теракт. Таксист перепутал педали газа и тормоза. Отмечу, подобные инциденты сейчас привлекают много внимания после серии умышленных наездов на людей. За ними, как правило, стоят террористические организации.